Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите информационную программу «Ильичевские новости» в студии Елена Прокопьева. Сегодня в нашем выпуске. В пятницу ильичевский городской голова Валерий Хмельнюк провел встречу с семьями ильичевцев, мобилизированных на военную службу, чтобы из первых уст узнать о том, что волнует семьи наших защитников. Проведение мероприятий по частичной мобилизации на воинскую службу показало, что в нашем городе немало добровольцев, людей, которые со всей ответственностью подходят к выполнению своего гражданского долга. Необычный урок рисования прошел в пятницу в Доме детского и юношеского творчества. Воспитанники кружка «Веселый художник» не просто слушали историю веселого праздника Масленицы, а запомнили, что этот праздник связан с ласковым солнцем, раскрашен в желтый цвет и пахнет ароматными блинами. А в детском областном санатории «Малая долина» в субботу отмечалось сразу два праздника – Международный день родного языка и Масленица. Об этих и других новостях вы узнаете подробнее в течение следующих 20 минут. На початку випуску ми пропонуємо до вашої уваги короткий огляд подій в Україні та світі, інформація про які отримана з мережі інтернет за допомогою інтернет-провайдера Global CityNet. 23 та 24 лютого президент України Петро Порошенко здійснить робочий візит в Об'єднані Арабські Емірати, де відвідає міжнародну виставку оборонної промисловості IDX-2015. Про це повідомляє офіційний сайт президента України. Міністерство інформаційної політики України почало прийом заявок від осіб, які хотіли б служити в інформаційних військах України. У оголошенні, розміщеному на сайті міністерства, вказується, що прийняти участь в цьому почині може будь-який українець з доступом до інтернету. Всесвітній банк виділить Україні позику у розмірі 30 мільйонів доларів на модернізацію системи соціальної підтримки населення. Частина цих коштів піде на створення нового єдиного реєстру пільговиків, який міститиме інформацію не тільки про кількість, а й про фінансове становище громадян пільгових категорій. Це дозволить точніше розподіляти адресно-соціальну допомогу серед українців, що мають у цьому потребу. Рада директорів Міжнародного валютного фонду розгляне питання про виділення Україні кредиту у розмірі 17,5 мільярда доларів у кінці лютого-початку березня. Про це повідомив офіційний представник фонду Джері Райс 19 лютого на прес-конференції у Вашингтоні. Він також виразив упевненість в тому, що Україна отримає допомогу на загальну суму 40 мільярдів доларів. При цьому він не уточнив, звідки саме поступлять ці гроші, і не став піднімати питання про реструктуризацію довга для приватних кредиторів. У Одеській області затримано два автомобілі, в яких знаходилися контрабандні сигарети на суму близько 3,6 мільйона гривень. Про це повідомляє прес-служба Служби безпеки України. Зловмисники намагалися ввести на територію України мікроавтобусами 160 тисяч пачок тютюнових виробів відомих світових брендів. Всі сигарети марковані українськими і російськими акцизними марками, достовірність яких повинна встановити експертиза. Как мы уже сообщали в предыдущем выпуске «Ильичевских новостей», в пятницу ильичевский городской голова Валерий Хмельнюк провел встречу с семьями ильичевцев, мобилизованных на военную службу. С начала минувшего года из нашего города на военную службу было призвано более 200 ильичевцев. Здесь у каждого из них остались родные и близкие. Цель встреч, которые проводит мэр города, из первых уст узнать о том, что волнует семьи наших защитников. Подробнее об этом в сюжете нашего корреспондента Оксаны Василенко. Ильичевский городской голова лично провожает практически всех наших земляков, мобилизованных на военную службу. Со многими из них поддерживает постоянную связь. Естественно, я участвовал во всех, значит, проводах наших ребят в армию. Я побывал, значит, в двух воинских частях. Другое дело, что я не взял в руки автомат, но 70 лет, вы догадываетесь, немножко неудобно. Значит, естественно, я повстречался в этом кабинете где-то 42 человека, ребят, которые выезжали в отпуск, то есть те, кто были реально на фронте, реально кто воевал, реально кто и пострадал.
У меня в этом кабинете побывало около 9 человек, раненых наших ильичевцев. Конечно, эти же не беседы не для того, чтобы я узнал, как тебя зовут, как там дела. А это серьезные беседы, с каждым примерно мне уходило от часа до 2 часов. Я допытывал, и как питание, как жизнь, и как что дома осталось, какая судьба, какое настроение, как тебя встречают. И все это, конечно, наталкивало на глубокие глубины размышления. Вот одна из таких размышлений, значит, возникла, это вот такая идея, встретиться и с женами, и матерями тех людей, которые сегодня действительно там воюют. Для обеспечения социальной поддержки ильичевцев, призванных по мобилизации, а также их семей, городскими властями принят ряд целевых программ. Это и, скажем, детские садики, значит, это проблема там обучения, это проблема поддержки материальной, которую мы даем. И, значит, сейчас вот мы пошли дальше, поддержка, значит, и детей, которые остаются в семье, значит, отец пошел воевать, значит, проплачивают там 250, может быть, даже добавим, там будет 300 гривен ежемесячно на поддержку малолетних детишек, там, кормление. Это, скажем, для постарших, значит, проезд в Одессу на учебу и так далее. Более того, мы разрабатываем программу, о которой говорим, у нас ведь много воюют молодых людей. Они приедут, дай бог, всеми живыми, у них возникнет масса проблем. Это и сломанная психика, это сложности, это взросление мгновенное и так далее. Их надо будет помочь. Ну, кроме там психологов и так далее. Есть чисто житейские вопросы. Надо помочь им трудоустроиться, найти место в жизни. И мы готовы часть этих людей за счет местного бюджета даже отправить на учебу в высшую школу. Чтобы из первых уст узнать о проблемах семей мобилизованных ильичевцев, Валерий Хмельнюк планирует встречаться с родными и близкими ильичевских защитников. Первая такая встреча прошла в минувшую пятницу. За круглым столом, за чашкой чая и угощением, матери и жены солдат задавали вопросы мэру города, говорили о трудностях, с которыми сталкиваются семьи мобилизованных, рассказывали о своих сыновьях и мужьях. У меня муж был мобилизированный, Гладченко Олег, проходил службу в Павлополе, возле Мариуполя недалеко. С июня месяца он был мобилизированный, в сентябре месяце попал именно в зону АТО. Сейчас на данный момент он проходит реабилитацию, был раненый на 15 суток и потом обратно едет в Павлополь. Я очень благодарна городским властям, что они помогают нам соболезнуют и поддерживает. Это огромный плюс. Вот. Спасибо им. Еще раз спасибо. Работа, направленная на поддержку семей мобилизованных ильичевцев, будет продолжаться. Городские власти с особым вниманием будут следить за судьбой каждого жителя нашего города, призванного на военную службу по мобилизации, оказывать содействие и помощь. А зараз офіційна інформація. Ільичівський міський голова видав розпорядження про підготовку та проведення конкурсу на кращий ескіз пам'ятного знаку на честь Героїв Небесної Сотні, в якому, зокрема, передбачено. З метою увічнення подвигу Героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя під час Революції Гідності з листопаду 2013 року по лютий 2014 року, захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи людини, європейське майбутнє України, керуючись статтею 42 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, організувати та провести конкурс на кращий ескіз пам'ятного знаку на честь Героїв Небесної Сотні з 20 лютого до 1 квітня поточного року. Затвердити склад конкурсної комісії з питань підготовки та проведення конкурсу на кращий ескіз пам'ятного знаку на честь Героїв Небесної Сотні. Голова конкурсної комісії – заступник міського голови Сергій Білюк. Заступник голови конкурсної комісії – начальник управління архітектури та містобудування Сергій Протопопов. Секретар конкурсної комісії – начальник відділу культури Юлія Крістанова. Члени конкурсної комісії – депутат Ільичівської міської ради Олексій Кобильніков, начальник відділу з питань внутрішньої політики Людмила Мельошина, начальник відділу комунального господарства і благоустрою Оксана Кілар, директор міського управління житлово-комунального господарства Сергій Миза, доктор історичних наук Ігор Сапожников, член громадської організації «Гідність» Світлана Кучеренко, настоятель храму пророка Іллі протоїрей Михайло. Затвердити положення про конкурс на кращий ескіз пам'ятного знаку на честь Героїв Небесної Сотні. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського голови Сергія Білюка.
А сейчас информация Ильичевского района электрических сетей. В связи с плановыми ремонтными работами во вторник 24 февраля с 9 до 17 часов будет отключена электроэнергия в Ильичевске по улице Ленина в жилых домах 17, 19, 21, 23, 25, 27. В универмаге, магазине «Антошка», бюро технической инвентаризации, школе номер 2, салоне «Афина», кафе «Акватория», спортклубе «Фанат», жилищно-эксплуатационном участке номер 1 и насосной. Ильичевский РЭС приносит свои извинения за причиненные неудобства. Более 200 жителей нашего города мобилизованы на военную службу с начала проведения антитеррористической операции на востоке страны и с момента объявления мобилизации. Ильичевские городские власти обещают временную поддержку, как моральную, так и материальную, всем нашим землякам, призванным в ряды вооруженных сил Украины, по мобилизации и социальную защиту их семьям, оставшимся в Ильичевске. Среди ильичевцев, призванных на военную службу по мобилизации, немало добровольцев, людей, которые ответственно подходят к выполнению своего гражданского долга. На сегодняшний день военкомат города Ильичевска призвал 37 человек. Из этих 37 человек 22 добровольца. То есть те люди, которые не прятались, пришли и заявили желание, проходили медицинскую комиссию и уже отправлены в воинскую часть. Мобилизованные ильичевцы поддерживают постоянную связь и с близкими, и с городским военным комиссариатом. Ребята звонят, и дежурному звонят, и родители приходят, кто на стрельбах, на полигоне, кого одели в новую украинскую форму, дали канадские берцы, дали канадские зимние куртки. Ильичевцы, призванные на военную службу по мобилизации, будут обеспечены социальными гарантиями со стороны государства. То все, кто призван по мобилизации, за ними сохраняется место работы, должность и среднемесячная заработная плата, независимо предприятия, какой формы собственности являются. Если вдруг призыв идет по мобилизации и есть кредиты, да, официально эти кредиты приостанавливаются, выплата по кредитам на то время, которое мобилизированный проходит воинскую службу. В Ильичевске разработан ряд программ, направленных на социальную защиту семей ильичевцев, мобилизованных на военную службу. Тот, кто уходит из городского бюджета, подчеркну, из городского бюджета выделяется 3000 гривен единоразовой помощи. Каждому ребенку несовершеннолетнему и студенту выплачивается 250 гривен в месяц помощи. Если есть среди таких семей дети, которые учатся в высших учебных заведениях в Одессе, мы компенсируем проезд этому ребенку на весь период обучения. Городские власти Ильичевска выражают признательность всем нашим землякам, которые с оружием в руках отстаивают суверенитет Украины на восточных рубежах. Я прежде всего благодарен всем нашим бойцам, которые ушли на восток, или, скажем, кстати, в раздельную на наши западные границы. Но у всех одно задание – это защитить наше государство, защитить и сохранить его в целостности. Начиная с 2014 года уже более 200 ильичевцев призваны на военную службу по мобилизации. Согласно указу президента, призыв по мобилизации будет продолжаться 210 дней, то есть до начала сентября. По сведениям Ильичевского городского отдела Главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области, в период с 16 по 22 февраля спасатели выезжали на 4 вызова. В понедельник 16 февраля в 10 часов 42 минуты на пункт связи государственной пожарно-спасательной части номер 22 поступило сообщение, что в одной из комнат общежития номер 1 государственного предприятия Ильичевский морской торговый порт горит домашнее имущество. В среду 18 февраля в 0 часов 4 минуты дежурный караул выезжал тушить мусор, горевший на лестничной клетке жилого дома по адресу улица Карла Маркса, 15. А в четверг 19 февраля и воскресенье 22 февраля пожарные выезжали для тушения горевшего мусорного контейнера в первом случае во дворе дома номер 28 по улице Ленина, а во втором во дворе дома номер 3Б по улице Данченко.
Необычный урок рисования прошел в пятницу в Доме детского и юношеского творчества. Воспитанники кружка «Веселый художник» не просто слушали историю веселого праздника Масленицы, а запомнили, что этот праздник связан с ласковым солнцем, раскрашен в желтый цвет и пахнет ароматными блинами. 20 маленьких художников внимательно слушают своего преподавателя. Тема сегодняшнего занятия – оттенки желтого. Чтобы малыши лучше запомнили материал, Анна Рыбалкина, руководитель кружка «Веселый художник» Дома детского и юношеского творчества, связала тему урока с замечательным праздником Масленицы. Наши ребята сегодня покажут о том, как они умеют владеть желтым цветом, смешивать краски, поздравят нас своими творческими работами. И за это они получат вкусные сладкие призы. Это блины, чайпития с конфетами, со сладостями. Наш урок еще отличается тем, что в нашем уроке приняли участие родители как домашнее задание. Испекли блины, принесли сладости, принимали участие вместе с детками. Творческая часть открытого занятия «Солнечная масленица» заключалась в изготовлении особенных лучиков для веселого солнышка, которое их потеряло. Дети старательно готовят желтые оттенки, смешивая краски на палитре. Потом малыши с помощью преподавателя украшают солнце самыми разными желтыми лучами, выполненными в виде детских ладошек. Но самая интересная и запоминающаяся часть урока – это масленичное угощение с ароматными блинами, пирогами, вареньем и чаем из настоящего самовара. Масленица. В этот праздник пьют чай с блинами. Мы рисовали солнышку лучики. Мне понравились лучики и блинчики. Сегодня зима встречается с весной. Мы на уроке рисовали лучики. Нас еще угощали чаем и блинчиками. Чай нам наливали из самовара. Мы узнали, что на Масленицу пекут блины и делают солнышко. Изучать историю праздника и научиться находить оттенки цвета можно разными способами. Преподаватели Дома детского и юношеского творчества ищут такие методы, с помощью которых их воспитанники учатся фантазировать, думать, мечтать и радоваться. А сейчас прослушайте объявление коммунального предприятия «Лещевский водоканал», которое доводит до сведения населения и руководителей предприятий и организаций, что во вторник 24 февраля с 9 до 17 часов в связи с отключением электроэнергии службы РС будет снижено давление подачи холодной воды, вода будет поступать до 4-5 этажей на жилой дом по улице Ленина, 19. Коммунальное предприятие «Лещевский водоканал» приносит свои извинения за временные неудобства. В суботу в дитячому обласному санаторію «Мала долина» відзначалося одразу два свята – Міжнародний день рідної мови та Масляна. Щороку 21 лютого відзначається Міжнародний день рідної мови. Цій даті було присвячено яскраве дійство, яке відбулося в суботу в обласному дитячому санаторію «Мала долина». Зараз тут поліпшують здоров'я майже 100 дітей. Зараз у нас оздоровлюються дітки з Одеської області, а також є дітки, які приїхали до нас з Луганської області, з Донецької області. Є дітки, які живуть в школі-інтернаті, в дитячому будинку. 30 чоловік приїхали із школи-інтерната міста Ананєва. 10 чоловік приїхали з дитячого будинку Білгородністровського. В святковій програмі взяли участь діти різного віку, які з задоволенням співали пісні та розказували вірші, присвячені рідній мові. Цього дня до санаторію завітало чимало гостей, серед яких були і члени Іллічівського відділення Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка. Іллічівські просвітяни поспілкувалися з дітьми та подарували бібліотеці санаторії українські книжки. Святкування Дня рідної мови співпало ще з однією датою – відзначенням Масляної. Саме тому санаторій відвідали члени клубу народної творчості «Обереги» на чолі з Варварою Гуцуляк. Іллічівські майстрині вчили хлопців та дівчат робити ангелів-охоронців, а також готувати одну із традиційних страв Масляної – вареники.
Вареники – це наш традиційний український, традиційна українська страва, яку дійсно робили на масну неділю, на масницю. Робились у нас вареники, в основному з картоплею і з сиром. Вареники з картоплею обозначали достаток і мир в домі, а вареники з сиром – кохання і бажання жити. Юна одеситка Дарина вже майже місяць оздоровлюється в Малодолинському санаторію. Дівчинка брала активну участь в підготовці свята, і воно подарувало їй багато яскравих емоцій. Коли я приїду додому, я буду ще дуже довго згадувати цей день та це свято, як воно залишиться в мене в душі назавжди. І ще однією стародавньою українською традицією святкування масляної є паління своєрідного опудала. Його діти зробили власними руками. Саме опудало вважається символом важкої зими і різних бід. Діти вірять, що позбувшись опудала, вони обов'язково позбудуться і усіх негараздів. На сегодня это вся информация, подготовленная для вас редакцией новостей Ильичевского телевидения. Сегодня с вами была Елена Прокопьева. Всего вам доброго. До свидания.